архиепископ, совершающий свое служение в соседнем регионе с Волгоградской областью, в Калмыкии. И скажу вам, что это сейчас, ведь вот мы с вами видим на карте мирного времени границы города, регионов. Но во время войны вы вряд ли будете придавать этому большое значение, где одна область, а где вторая. Тогда вся страна защищала себя от незваного врага, гостя незваного, который пришел сюда. Русские, калмыки и многие-многие национальности Великой России встали тогда вместе на защиту. И, конечно же, мы, как ближайшие соседи, жители Республики Калмыкия, мы ощущаем свою причастность, и, конечно же, к Сталинградской битве, потому что поле вот этого вот Сталинградского сражения, оно было огромно, и оно захватывало в том числе и нынешние степи Калмыкии. Там тоже проходили очень ожесточенные бои, активные действия военные. Мы сопричастники тех событий, мы помним об этом. И, конечно же, отзываемся сердечно на нынешнюю память, и совершаем наши молитвы, стараясь вспомянуть всех тех, кто отдал свои жизни и во время боевых действий, и от голода, холода, в темницах, в изгнании скончавшихся, всех тех, кто трудился, оказавшись пока еще не в линии фронта, на мирном труде, отстаивая нашу Родину. Всех их поминая, и я бы сказал, мы не можем за божественной литургией, я так думаю, и поймут меня, совершать поминовение всех лиц других вероисповеданий. Но ведь молитва наша, как благодарность, разве может сосредотачиваться только на православных войнах, на только православных героев тех дней грозных? Мы упоминаем, конечно же, и молимся о упокоении всех-всех наших близких, православных, а не православных. И я думаю, что наша келейная, наша домашняя, наша даже панихидная молитва может включать в себя наше сострадание к тем жертвам, которые приносили все народы нашей великой России. Господь да упокоит их, а нам, детям, внукам, тех героев, сохранять нашу Родину, жить в мире и согласии, и не поддаваться ни на какие разделения, на возможные провокации, чтобы мы помнили, кровь наших предков, она пролита вместе за нашу единую Родину. И так да будет впредь на многие лето, а желательно до тех пор, сколько мир стоит.